А вот еще один пляж. Приехали на велосипеде. Такое тихое и спокойное место, но минус в том, что, смотрите, какая-то зелень. Непонятная зелень. Такая вот штука какая-то. И так по всей воде. А так место, как природа, просто идеальное. На той стороне остров. Мокрая, потому что на велосипеде ехали. Вообще замечательное место. И людей практически нет. В том месте намного больше людей, да, Алина? Там вообще ими кишит море. Да, здесь такое умиротворение, да. Вообще класс. На ту сторону бы переплыть на остров, конечно. Это было бы вообще обалденно. Ну там можно палаточку поставить. Посмотри, сколько там этих бревен. Там я вижу все полностью заросшее. Там, конечно, комары, наверное, будут зажирать. Сейчас попробуем приблизим. Зеленая такая штучка, такая приятная. Кстати, напишите в комментариях, например, что это плавает на озере просто. Что это такое зеленое? Зеленая Алина, это водоросли. Водоросли? Да. Но в основном, конечно, вода зеленеет уже ближе к августу, когда уже вода теплая. Но сейчас совсем вода не теплая, но почему-то как-то так получается. Чего это? Если на берегу, то холодно. Если, например, отойти немножечко от берега, то теплее. Ну, сейчас, не, зеленоватая. Тут реально даже сама по себе вода. Вот так вот, если на ноги поснимать, то все, уже даже по колено не зашел, а уже зелень виднеется. Ну, конечно, мне этот пляж побольше как-то по приколу, чем те. Что, будем купаться? Ну, попробуем хотя бы. Что сейчас? Сделаю вот так вот. Во. Это шедевр называется. Там дали домики на воде. Класс. Жаль, что нельзя на лодках плавать. Вообще еще не видел ни одного человека, который плавал на лодках. Хотя вроде бы говорили, что в 2023 году уже разрешат. Но как-то так 1 июня настало. И рыбаков на лодках я еще пока что не наблюдал. Так, в принципе, конечно, переплыть на ту сторону можно. Лодку накачать и все. А так, чтобы конкретно встать на середине с грузилом и побалдеть немножко, или вообще на моторе. У нас есть лодка с мотором надувная. Не получается все-таки так. И такая милина, и такая тепленькая вода. Даже внизу, реально. На том озере вот просто такого не было. А на этом вот именно спускаюсь дальше.
даже если буду купаться. Просто на бережку сидеть. Даже окушок немножко гоняет. Очень много мальки под берегом. Да, сюда в основном приезжают или на велосипеде, или на машинах. Так как с города сюда идти далековато будет. Ладно, друзья, подписываемся на канал, кто любит пляжи, кто любит природу. Вещаю я с города Киева, Украина. Всем мы рады на канале, пишите комментарии. Всем до новых встреч, еще будет очень много пляжей, очень много разной природы. Всем пока!